Хей-хей-хей, всем-всем привет от Кэт из городка Вискосвилл, из солнечного Вискосвилла. У нас бабье лето, или как здесь они называют, Indian Summer. У нас красота, у нас теплота, солнышко, так что я быстро-быстро покажу вам что-то интересненькое и убегаю по своим приятным делам. Ребята, мне пришла посылка. Посылка непростая, а по существу своему золотая. Не важно, что в ней, важно, кто тебе ее послал, какую любовь тебе прислали вместе с ней, что человек о тебе думал. Ребята и девчата, девчонкам, я думаю, это видео будет более подходяще и интересное. Это посылка от моего мужа. Да-да-да. Он мне прислал посылочку, заказал мне что-то и прислал. Пойдемте посмотрим, что там. Никогда не догадайтесь. Вот как вы думаете, что там? Вот что там? Вот давайте. Слышу вас, да, ваши предположения, да. Да, но никто из вас не угадал. И я думаю, что не угадает, потому что не каждый мужчина такие вещи своей жене заказывает и потом присылает посылкой. Смотрите. Та-да! Знаете, что это такое? Это парам! Краска для волос. Ребята и девчата, девчата, подружки мои дорогие. Это краска, которую я не могу найти в магазинах. Раньше она продавалась в магазинах, я могла пойти, купить и без всяких проблем. Я обожаю ходить по магазинам, я уже где-то говорила, я обожаю пощупать, посмотреть, примерить, вот это все почувствовать своим нутром и пальчиками. Но эта краска почему-то пропала с продажи, с полок наших магазинов. И теперь ее только можно заказать онлайн по интернету. Ну что вам хочу сказать? Мне это муж покупает. Покупает. Вот, пожалуйста, в коробочке у нас. Четыре коробочки. Компания Garnier. И что мне нравится? Почему мне нравится? Смотрите, эта краска работает на вас только 10 минут. Вы представляете, нанесли на волосики. 10 минут смываете цвет волос. Обалденный, обалденный, без аммонии, с различными добавками, с экстрактами бамбука, еще чего-то там. В общем, обалденное просто. Подходит и у кого уже седые волосы есть, у меня их, правда, нету. И подходит для тех, кому нужно осветить. И когда корни красите, просто вообще супер. И вот, пожалуйста, муж у меня заказывает такие вещи. Онлайн он заказал, по-моему, одна штучка стоит около $10. Вот такая вот. Но вы знаете, дешево, но сердито. Волосы не портит, волосы не жжет. И вот такие вот дела. Пожалуйста, вы знаете что? Я его даже не просила. Когда-то я его попросила давным-давно. Это уже было, наверное, несколько лет тому назад, как они пропали с полок магазинов. Я ему сказала, что я крашусь только вот такой вот краской. И вот номер 900, пожалуйста, называется Light Natural Blonde. И он у меня увидел, что у меня осталась одна коробочка. И он пошел тихо, мирно сам и заказал мне новую партию. Представляете? Вот, девчонки, поделитесь. У кого из вас муж покупает вам краску для волос? Например. Вообще у меня муж, вы знаете, такой, как подружка. Он мне может купить все, что угодно. Вот если я попрошу, знаете, бывают некоторые мужчины такие принципиальные, не будут покупать что-то такое... Очень такое женское, личное, такое женского туалета, например. У меня муж пойдет и купит все, что мне надо, если я его попрошу. Вот, и вообще у меня муж, вы знаете, это вообще, не знаю, уникум какой-то. Любит у меня полы мыть, стирать, а посуду мыть, это вообще у нас, это хлебом не корми, когда у нас вечеринка, я обычно все могу накрывать, готовить. Вот он там где-то на подхвате бегает, но когда у нас вечеринка заканчивается, я не помню, говорил вам или нет, вы представляете, мы живем в дремучем лесе, мы не используем посудомоечную машинку. Вот просто. Я ее использую как такой шкафчик для кладовки, что-то там храню. У меня муж обожает мыть посуду. Вы когда-нибудь такое слышали, нет? Я не знаю. Как вы думаете, может быть, это болезнь? Ну вот не знаю. Тем не менее, вот такой вот у меня муж, такие вот он мне делает маленькие сюрпризики. Мелочь, но приятно, согласитесь. А теперь пойдемте, я вам покажу, что у нас в этой коробочке.
открыла коробочку. Вы поняли, да? Это бумажечка с инструкцией. И здесь прямо на этой бумажечке вот так вот налеплены перчаточки, которые нужно одевать, когда вы занимаетесь окраской волос. Это мы пока отложим. Это у нас активатор. Это у нас такой сам кремчик. Один нужно смешать с двумя. Вот таким вот образом. Легким движением руки вот здесь вот крышечка снимается. Потом переворачиваете, бац, прокалываете ее. И все это уходит у нас вот туда. И потом все перемешивается. И краска готова. Я очень-очень люблю эту фирму, эту красочку. Вы знаете, она дает необычайный такой, знаете, эффект. Когда, знаете, иногда, когда корни подкрашиваете, остается все-таки разница между цветом волос на корнях и на кончиках. Вот это вот, вы знаете, она так распределяется по волосам, что корни, что кончики волос всегда одного цвета. Никакой желтизны нету, никаких, знаете, там разности в оттенках. Мне очень-очень нравится. Так, все, вот, пожалуйста, мы смешали. Так, переболтали, поболтали, помешали, потрясли. Так, и потом вот эта вот пимпочка у нас, вот видите, пимпочка. Она просто у нас так вот раз срывается, снимается, и все. И у нас кремчик готов для окраски волос. У меня сегодня очень-очень занятой день, расписанный по минутам. Здесь не думайте, что это я хрюкаю, это Наполеон рядом со мной хрюкает. Прекращай хрюкать. И поэтому краска, которая работает на тебе только 10 минут, это очень-очень-очень удобно, быстро, оперативно. Это всегда можно, как говорится, выделить. Где 10 минут, там и 30 минут. Чтобы это потом все смыть, волосики посушить, уложить. Ну, вот такие вот у нас красочки. А это в конце у нас, кто не понял, номер 3. Видите, это у нас сам кондиционерчик. Когда уже смыли краску, наносите кондиционер на несколько минуточек. Он с обалденным запахом, с экстрактом бамбука и всякими полезностями. Так что рекомендую, попробуйте, блондиночки, пошлите краситься.